Привет, друзья! Проверяю микрофон, заодно показываю место, которое буду писать. Как вы видите, насыщенная по тону, яркая, голубая, даже какая-то зеленоватым отливом на переднем плане вода. И вот такая зеленая болотная зелень, вода вдалеке сливается с деревьями. Жду заката и начинаю. Пока приготавливаю рабочее место. Холст 40 на 60 сантиметров. Стульчик вот такой, ну и зонтик. Как сделать зонтик, можно посмотреть в Ютубе. Зонтик для пленэра, который стоит 900 рублей. Вот. И не надо заказывать нигде, можно самим сделать. Вот, все. Сейчас выдавливаю краски и начинаем.